Всем нарана, друзья. На полинезийском это значит доброе утро. Иду я в свой второй поход на гору Маунапута. Остров Морея, французская Полинезия. Вдоль тропы нас будет сопровождать вот такая река красивая. Не знаю, можно ли пить ее или нет. Посмотрим. Есть еще такой момент. Здесь тропы вроде не видно, но тут надо переходить через реку, и это тропа на гору. Тропа, которая идет вправо, ярко выражена, это тропа к водопаду. На часах 6 утра. Для съемки немного темновато. Ну ничего, в начале тропы уже интересно. Буквально сразу, перейдя реку, начинается резкий набор высоты. И так будет до конца. Тропа влажная после дождей. В такую погоду, конечно, не рекомендуется ходить. Посмотрим, что там дальше. Предыдущий мой хайк был в гору Ратуи. Там дистанция подлиннее, но показалось мне легче. Сейчас я только начал. Я иду уже весь мокрый и тяжело дышу. Сегодня повышенная влажность и температура с утра уже плюс 31. В прошлый раз была плюс 26. Хотя начал я также в 6 утра. Да, очень тяжело ходить в горы в тропическом климате. Поэтому нужно начинать максимально рано. В таких условиях даже линза камеры GoPro запотевает. У меня еще такого ни разу не было нигде. Поэтому в каких-то кадрах могут виднеться пятна или замутненности, но я с этим поделать вообще ничего не могу. Внизу шумит река. Это сейчас я нахожусь как раз над водопадом, отсюда его не видно, как он выглядит. Тропа ниже уходила правее на него. Посмотрим, если будут какие-то силы в конце похода, может быть, пробегусь и сюда к нему. Примерно где-то километр для него идти. По пути можно всегда освежиться. Это прям спасение будет сегодня. Обещается жарко. На обратном пути залезу вот в эту ванну. Прекрасное место. Я думаю, все так здесь делают. Продвигаясь куда-то в гущу джунглей. Все заросшее. Примерно километр уже продвигаясь вдоль реки. Река переходит в такие маленькие каскадные водопадики. Сейчас мне предстоит карабкаться по этой очень скользкой стенке. Есть вспомогательная веревка. Буду проверять ее надежность. Так что, ребята, увидимся наверху. Надеюсь, я не соскользну сейчас. Ну, веревка вроде хорошая, вот прикреплена на такие вот скобы металлические. Еще таких веревок должно быть немало впереди. Снова пошел крутой подъем. Более половины дистанции я уже преодолел. Ну какие завалы. Тут, если бы тропы не было, вообще нереально пройти. Какие эпические виды уже открываются. До вершины, похоже, осталось не так далеко. Это вот с другой стороны. Сила океана. Птички поют. Вот где солнышко вышло, сразу все распелись, раскудахтались. А там в джунглях, в тени, вообще тишина. Только журчание речки слышно.
Вообще круто, конечно. Все это выглядит. Ой, веревка. Она может даже перетираться где-то. Трение об камни идет. Нужно проверять, хорошо их. Недалеко от вершины. Уже какое-то время пробираясь только по веревкам. Постоянно крутые подъемы по отвесным вот таким вот скалам. Они очень скользкие. И пробираясь оттуда. Ну ничего, цветам зато здесь хорошо сидится на солнышке. Да, конечно, необычно. То, что вроде уже недалеко вершина. Но все зелено, все заросшее, деревья. Это, конечно, не такие высоты прям, но все же непривычно. По пути вот такие вот шикарные цветы растут. Да. А у нас такого же цвета иван-чай обычно на Аляске. Я думаю, это какая-то разновидность орхидей. По крайней мере, стебель очень похож, как у орхидеи. Вот тут это место без веревки, конечно, уже залезть еще можно, но очень рискованно. Но слезть это уже все паника. Вот эта вот скала очень скользкая. Но даже в сухую погоду тут как-то выглядит все очень страшно. Да, ребята, вот это последнее опасное место. Это выводит прямо на вершину. Сейчас я вам покажу красоту. Вот он финальный. Опа, подъем. Все, есть. Ура! Гора взята. Посмотрите, какая красота. Напротив виднеется гора Ратуи. На нее я лазил в предыдущий раз. Красивейшая гора, всем советую. Разделяет два залива. Она очень популярная. Эта гора тоже не менее популярная. Сейчас попробую полетать на дроне и покажу вам почему. Thank you.
вершины виднеется противоположный остров. Это остров Таити, он самый большой. Там находится вся инфраструктура, даже есть какие-то хайвеи. И международный аэропорт, в который мы как раз прилетели. Приплыли мы на остров Мурея. Если вы видите небольшой заливчик, и отплывает паром. Вот на том пароме мы сюда приплыли. Он ходит сюда несколько раз в день. Ну все, друзья, буду спускаться вниз. Это была гора Муапута, французская Полинезия, остров Мурея. По расстоянию у меня заняло где-то 2,5 километра до вершины, а по времени около 1:30 со съемками. Если честно, забираться было легче, чем спускаться. Сейчас мне предстоит нелегкая задача. Смотрю вниз, даже как-то страшновато. Вот смотрите, ребята, какая ягода на обратном пути попалась. Похоже очень на малину тропическую. Вот листики, колючая. Ягодка мягкая. Пробовать не буду, потому что кто его знает. Спускаюсь вниз. Все выглядит совсем по-другому. Так как стало светло, солнышко, красиво. Уже все опасные участки с веревками прошел. Ну, может, еще там какие-то небольшие будут. Иду, значит, к какой-нибудь лагунке речной и буду купаться. Вот о чем я говорил, очень скользко. О, это классно вообще. Вот что может быть лучше? Это ощущение незабываемое. И такое ощущение, что я мог еще сидеть и сидеть там, без воздуха. Просто такое умиротворение, спокойствие внутри. Эти деревья, такое ощущение, что уже все, сгнили. Вон зеленые листья. Интересные. Вот тропка прям вот так вот между ними идет. Если вверх посмотреть, все густо зеленое. Там и деревья с цветами есть. Вот, кстати, эти цветы опадают. Все дерево ими как огоньками горит. Если сверху с горы смотреть, очень красиво смотрится. Все, спустился вниз, дошел до реки. Самая первая точка, где я ее встретил. Я говорил ранее, что одна тропа правее уходит на какие-то водопадики небольшие. Я сейчас хочу пройтись туда. Может, 600 метров. До них нужно будет забираться. О, ух ты, как красиво, а? Посмотрите. Вау. И озеро есть даже.
все, ребята, на фоне такого красивого водопада попрощаюсь с вами. Очередная гора взята, погода прекрасная, вся усталость, все осталось в этой воде. Я очень доволен. Так что, ребята, пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Увидимся в следующих моих приключениях. Пока-пока. Возле машины, оказывается, росли чилийские перчики. Вон их сколько много, маленькие. А еще здесь водятся мерзкие тараканы. Вот он. Эх ты, мерзость лесная. Все, уезжаем с острова Морея. Отличный был отдых.